Guys, I kind of meant to have this intro recorded about 30 minutes ago, and then I proceeded to watch YouTube and empty half this bag of goldfish for like the last half hour. So, as you can probably tell by the thumbnail and the title, we're doing a Passerine Minecraft animation. The amount of requests I have gotten for this video is just absurd. Like, I've had probably 50, I'm not even exaggerating, probably 50 comments that have recommended this. And who knows, maybe this is a better way of me going through Passerine, because God knows I haven't finished Chapter 6 Part 2 or the last chapter, Chapter 7. So before we get into the video tonight, please make sure you guys are subscribed to the channel, as it greatly helps me out, and you guys can always unsubscribe later. Why can I not say that? And also, if you would like to join the Discord, Patreon, Twitter, any of that stuff, it's all linked in the description, so feel free to go check it all out. Anyway, though, let's get right to this new Passerine Minecraft animation. Alrighty, guys, so if you do not know about this video, it is voiced over in Russian, but the subtitles are English. So if you want to keep along, just read the subtitles that are at the bottom of the screen. That's about the only way you can do it, because there's no English version. So hopefully you enjoy it. Anyway, let's get into it. I skipped ahead a little bit so we can just Сколько get right себя in. помню, мои руки всегда крепко держали меч, вечно достигающий своей цели сквозь плоть и кости. О, that is Конечно, cool. все они пытались сбежать. Они Ooh. возводили стены, прятались в темных углах, но никто не смог избежать своей участи. Blood for Некоторые the blood бросались god, со I скал, see. лишь бы не смотреть мне в глаза, а некоторые смотрели в них с таким же пустым взглядом и приветствовали смерть с распростертыми объятиями. Черт, этим я завидовал. Техноблейд никогда не умрет, часто говорят в тавернах. И я надеюсь, что это чертова ложь. Голоса вели меня в королевство, графство, города. И не важно, что те могли предложить взамен. Голосам никогда не нужны были деньги. Они жаждали крови. 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 Крови для кровавого бога. Крови. Oh, that's Я cool. бился на стороне смелых и глупых людей, жадных королей и безбашенных бунтовщиков. Я сражался за армии, которые были обречены на поражение. Right, first off, I know I'm sorry for pausing, but does anyone else here love Minecraft animations? They're just the coolest thing to me. I adore these. И вытаскивал их в свет славы. Ooh. What a way to start it. Я давно потерял счет тому, сколько союзников сражались со мной бок о бок. Спустя время их имена и лица просто растворялись в глубинах смутных воспоминаний. Но есть одно имя, что я слышал из тавернских сплетен. Ангел Смерти. Забавно то, что его слава редко отличалась от моей. Я слышал, что у него есть обсидиановые крылья. А я знаю, что он однажды в одиночку перебил целую армию. Говорят, даже зеленый бог его боится. Я стал представлять бессмертного и безжалостного мясника с такой же улыбкой, что и у меня. This is so well done. It is like shocking. Не могу сказать точно, что меня привело к этому королевству. Может, мне просто нужно было увидеть его своими глазами. Может, мне было любопытно, а может, скучно. Что-то не так? Что-то нужно? Может, мне было любопытно, а может, скучно. А может, я принял вызов, когда до меня дошли слухи? Oh, yes, Emerald Earrings. Войнами I just saw that. Граничащих стран. Королевстве. Сохранявшим мир в своих стенах на протяжении столетий. Здравствуй, незнакомец. Осматриваешь достопримечательности? Возможно. Хотя, думаю, мне любопытнее осмотреть все изнутри, чем снаружи. Да так чего ж ты раньше не сказал? Замок всегда открыт для туристов. Проходи.
That is the nicest guard. Just lets you right into a royal castle. Совсем не ожидая такого приема, я обнаружил, что спокойно прогуливаюсь по коридорам замка, который в более привычной ситуации я бы штурмовал с обнаженным мечом. Конечно, стражник вынудил оставить оружие у входа, но пфф, как будто мне нужно было кое-что кроме кулаков, чтобы устроить хаос. Я стал задаваться вопросом, почему столь мало охраняемое место выглядело столь роскошно и богато. It's kind of weird that there's like no security. Так вот почему. Oh, Tommy and Wilbur. Oh, that's so cute. Было в моей жизни спокойное время, когда я коротал дни за чашкой чая и партией в шахматы, а также безмолвными медитациями, которые успокаивали крики в моей голове, хоть и ненадолго. Компанию мне составлял никто иной, как Ангел Смерти. Вопреки моим ожиданиям, он носил улыбку вместо ухмылки и смеялся вместо того, чтобы хохотать. Он не был Ангелом-Мстителем, он был просто Филзой. Мы встретились в стране льда и снега, пытаясь выжить. Вначале как союзники, а позже как друзья. Знаешь, рассказы, что я слышал, никогда не говорили об этой стороне тебя. Да? А о чем же тогда? Они называли тебя Ангелом Смерти. Говорили, что ты оставляешь за собой след разрушений. И что для тебя... Да! И что для тебя нет ничего святого! Рассказы — вещь интересная. Некоторые из них правдивы. Беги. А некоторые... Oh, the voice is telling him to run. Ну что, до двух или до трех побед? Ну ты сволочь. Это было в равной степени и забавно, и пугающе. Я участвовал в несчетном количестве сражений с бесконечным числом противников. А этому человеку понадобилось всего пару минут спарринга, чтобы найти недостатки в моей технике. Чтобы повалить большинство людей, всегда было достаточно одного внезапного удара. Что-то мне подсказывает, что с Филзой все будет куда сложнее. Sorry if I'm not talking a lot. This is just really cool. Мы купались в славе, боги-близнецы, сиявшие посреди кровавых полей. Но oh my god, that battlefield. Империи, тем больше у нас появлялось и врагов. Они приходили огромными день за днем. В конце концов, мирные времена длятся намного меньше, чем люди надеются. Дни стали долгими, а ночи еще дольше. Каждое движение стало шпионом в тени, а каждый союзник — потенциальным предателем. Каждое слово — объявлением войны. Наш дом стал целью для тысячи армий. Несмотря на все это, единственным незаменимым спутником оставался Филза, до тех пор, пока он не исчез. Однажды я оторвался от карты и понял, что говорил с воздухом. Я не помнил, как давно я был один. Филза просто исчез, так же, как и появился, стремительно, словно метель. Мне не было смысла поддерживать нашу империю в одиночку. Голосам в голове становилось скучно. Им нужна была свежая кровь. Им нужно было зрелище. Я продолжил бродить по миру, утоляя жажду крови, пытаясь угомонить голоса. Но ни один из них никогда не был доволен. Без разницы, сколько хаоса я творил, им нужно было еще. Oh, those, that detail for the voices is awesome. I want to go back and look at that. Без разницы, сколько хаоса я творил, им нужно было еще. Look at that. Oh, that's so cool. Sorry, I'll move my face. Look at that. That's awesome. I love that. That's awesome. Я продолжал. Понятия не имею, сколько прошло с тех пор. Все, что я помнил с этих кровавых времен. Это чувство неудовлетворенности, будто история оставалась незавершенной на полпути. Годы, десятилетия, может больше, не имело значения. Я всегда знал, что в конце концов все будет по-прежнему. Даже когда наступит конец света, я всегда буду сражаться.
всегда один. Уилби! Здравствуйте. Здравствуй. Уилби, подожди меня. А ты еще кто такой? Гость. Вы пришли на прием к нашему отцу? Ты не можешь. Папа и пообещал, что сегодня проведет день с нами. Так что можешь просто уйти. Спасибо за беседу. You can just... Успокойся. I remember these lines, which makes it the best. Что сказал отец Томми? Ну так, гость, с какой целью вы тут? У меня нету цели. Я просто навещаю. Осматриваю достопримечательности. Я путешественник. Сначала гость, теперь путешественник. Было бы легче, если бы мы знали ваше имя. Зная короля, я вполне мог предположить, что он поставил на стражу своих сыновей беспощадных убийц. Что они сделают, если услышат мое имя? Узнают ли они его? Как долго смогут продержаться против меня? Probably not more than a few seconds. Они такие маленькие. Ты мог бы раздавить их, словно муравьев. Меня зовут... Техноблейд? Филза? Старый друг, рад снова тебя видеть. Предатель. Отец, ты знаешь этого незнакомца? Ну конечно же, Уилбер. Папа ведь только что назвал его имя, да? Техноблейд. Это дурацкое имя. Томми. That's a dumb name. That's just... That's so Tommy. Это было так давно. Как твои дела? Мои дела? Фил, я... На самом деле... Уилбер, отведи брата в сад ненадолго, хорошо? Но ты же сказал... Я помню, что обещал. Я держу свои обещания, ты же знаешь. Я догоню вас через минутку. Мне нужно поговорить с Техноблейдом. Пойдем, Томми. Давай поиграем на улице. Техноблейд все равно дурацкое имя. Still insulting him on the way out. I love the guard's look, too. It's awesome. Dude, the detail in the rooms. В такие минуты тишины я вспоминал те дни, что были наполнены дружеским молчанием. Те дни, когда мы просто существовали вместе. Can we get some appreciation for the detail? Было не так. Like, that looks so good. Я чувствовал себе его подозрительные взгляды. Он оценивал мои навыки, мои улучшения, искал спрятанное оружие. Конечно, oh, that is nice. Уставал. Я уже наметил пути своего побега из этого места. Не то чтобы я ждал подвоха, но прекрасно понимал, что без него не обойтись. Мне не нужно тебя говорить, что будет быстрее. В смысле? Тогда откуда ты знаешь, что ты быстрее? Потому что я тебя уже много раз обгонял. А вдруг на этот раз не получится? Они команда. Обер был спокойней до рождения Томми. Маленький книжный червь, который весь день прятался в своей комнате. Но у меня такое чувство, что ты пришел сюда не за такими глупыми историями. Ну давай, выкладывай. Все эти годы я старался забыть о тех спокойных временах. Оставил воспоминания гноиться, и сейчас, наверное, лучше было бы умереть от этой инфекции, чем признать, что тот поступок ранил меня. Я не собирался приходить. Даже не знал, что это твое место. Я могу уйти, если ты... Нет, не уходи. По правде говоря, эта встреча была неизбежной. Ну или я, по крайней мере, надеялся, что это так. Как давно ты здесь? Как давно существует королевство? Фил, это... Я знаю. Таким, как мы, не суждено оставаться на одном месте слишком долго. Я нашел маленький городок во время своих путешествий и сделал из него нечто большее. Я сказал себе, что уйду через год, но потом это стало два, and it became two, and three, and it just so on, so on. Я ушел, в конце концов, до того, как они выяснили, что мэр их города немного старше, чем они думали. А потом я узнал, что как только я ушел,
их всех уничтожили. Когда я вернулся, все уже было сожжено дотла. И из всего, что я построил, остался только пепел. Были, конечно, выжившие. That is still the saddest line to me. Let me see if I can find it. I came back, everything and everyone had been burnt to the ground. At the time you're there, and your kingdom's wondering, where's our king? Where's the mayor? Where's the hierarchy of the city? And he's gone. No one to protect them. They just die. That's like the saddest thing. they had no protector. Были, конечно, выжившие, которые винили своего лидера в уходе, собственно, заслуженно. Поэтому я остался. Я построил все заново. Из маленького городка в то, что ты видишь сейчас. А люди, думая, что короли сменялись и были лишь отдаленно похожими друг на друга. Про самого первого из них ходят слухи, но разве так плохо быть известным? Так ты поэтому оставил меня? Техно... Я понимаю. Ты узнал, что твое любимое место было в опасности, поэтому вернулся. Но я просто... Почему ты не взял меня с собой? Я бы высадил их вместе с тобой, Филза. Тех людей, что сделали это с твоим городом. Я бы принес тебе месть на тарелочке с голубой каемочкой. Я не выслеживал их. Что? Людей, что сожгли мой город. Даже если мне и хотелось, я этого не сделал. К тому времени, как я прибыл, их уже давно не было. Да и в тот момент... Людям нужен был лидер, а не охотник. И я не взял тебя, потому что... Потому что я бы не знал, кем нужно быть. Это последнее, что мне нужно было услышать от тебя. Твои сыновья вообще знают, кто ты? Что ты такое? Прирученный ангел смерти? Хм, какой фарс. Ты понятия не имеешь, о чем говоришь. Я однажды видел, как ты раздирал человека голыми руками. И теперь ты мне рассказываешь о лидерстве? О доброте? Я ни слова не сказал о доброте. Если бы я полностью отказался от своих путей, королевство не было бы таким, какое оно есть сейчас. Даже домашние собаки могут укусить. I love that line, domesticated dogs still bite. It's so true. Пап, вы там уже закончили? Почти. Я спущусь минуту на минуту. Я не пытался успокоиться. Какое-то время мне просто доставляло удовольствие смотреть за тем, как растет королевство. Но эти смертные, короткие, беспокойные жизни, они затягивают тебя, Техноблейд. Раньше я думал, что они словно мотыльки, привлеченные светом пламени, обреченные загореться из-за самых незначительных вещей. Мы видели их войны, ты и я. Мы сражались с ними. Мы оба знаем, что они вытворяют друг с другом. Но с годами я узнал, на что они готовы ради друг друга. Пусть их жизнь будет длиться один год, одну неделю, даже один день. Для них это не имеет большого значения. Они все равно живут. Oh, that line's so happy, but so sad at the same time. Захотел себе кусочек этого мира. I mean, I'm sorry for pausing again, but that line is just so sad. They continue to live, their life is happy. I mean, I'm probably wording it wrong, but they continue to live even if their days are numbered by one day, one week, or one year, they still continue just to live their lives. It's sad, but happy at the same time, like the realization. Несмотря на то, что моя ярость все еще присутствовала, а чувство предательства было таким колоссальным, что его казалось невозможно преодолеть. Усталость начала брать верх. Я привык к быстрым дракам или долгой охоте, но словесные препирательства — это то, к чему я никогда не учился. Да и не видел смысла. С тех пор как... Да, наверное, с вечности. Они такие же, как и ты? Твои сыновья. Я бы даже злейшему врагу не пожелал такой судьбы. Не то что своим детям. Они похожи на мать. Смертные. Это хорошо. Во всех смыслах. И я благодарен за это всем богам на свете. Но иногда... Иногда?
Уилбер. Он говорит про голоса. Голоса? Голоса, Фил. Они требуют крови. Я рад, что он не такой, как я, но... Я боюсь, что он становится все больше и больше похож на тебя. Ты не один. Не один. Why is that scarier in animation? Я боюсь, что ты придешь. Честно говоря, я сам уже был готов отправиться за тобой. Я не справлюсь с этим сам, Техноблейд. Даже если захочу. Только ты можешь... Тебе нужна моя помощь. Моя помощь. После того, как ты бросил меня. После того, как ты осудил меня. Назвал монстром. Я бы никогда такого не сказал, мой друг. Я ничего тебе не должен. Я ничего не должен этому ребенку. Я знаю. У меня есть дела поважнее. Я знаю. После всего, что ты сделал, мне вообще не стоило тебя сейчас слушать. Я знаю, Техно, я знаю. Только посмотрите, как пали могучие. Мне правда очень жаль, что я оставил тебя. Но я прошу, я умоляю тебя. Сделай это ради меня. Ради моего сына. Ради той дружбы, что мы когда-то разделяли. Техно, прошу. Прошу. Я не знаю, сколько еще времени нам дадут боги. И что мне делать? Чего ты от меня ожидаешь, Фил? Останься. Останься и помоги, чем сможешь. И вместе мы, может быть, и тебе поможем. Быть может, Филза тоже устал от той прошлой жизни. Всегда в битве, никогда не в безопасности. Конечно, окончание всего этого спокойствия лишь вопрос времени. Но, возможно, я смогу понять, почему Филза воспользовался этим шансом. Это глупый шаг, и я буду смеяться над ним до конца своей бесконечной жизни. Но все же это не самый худший мой поступок. Лишь очередная капля в море неверных решений. Хорошо. Ты и я. Давай сделаем это. This isn't over yet, is it? This is my last. No. No. Come on. I've never been... I mean, I've been more upset, but this is upsetting. I do like the song choice at the end, though. I mean, I won't keep it going, because these are all credits. So, if you guys do want to go see the credits... I'm subscribing for more, I like this. If you guys do want to go see the credits, and everyone who made it, please come check out the own video, because I don't want to just leave the video running for a full minute of credits. So, sorry about that, people who made this. Anyway. This... I like this. This is really, really freaking good. I just want to know, how long did it take to make... Because, I mean, I'm just a Minecraft reactor. I don't, like, do any animation. So I just kind of want to know, how long did this take? Did they start this when Passerine first came out? Or did they just start it, like, a month or so ago? I mean, who really knows? I've been doing Passerine for like 3 to 4 months now, and I've only made it 6.5 chapters in. So, I mean, I have zero clue. This, though, there's something about a Minecraft animation, or I guess just something for my eyes to look at, that makes it so much easier to pay attention. I mean, reading Passerine, yeah, I mean, it's the experience of reading it. I mean, I just get kind of tired because it's a book. I don't really... read books all that often, but if they keep coming out with these, which I'm assuming they will, because it's only chapter one of the screen adaptation of Passerine, so assuming that they're going to come out with more within the next few months, I will definitely be checking these out. So anyway, I'll leave it there. If you guys did like the video tonight, please let me know by leaving a, well, today, because this is going up on Sunday. Yeah. Hi, people from Sunday. So if you guys did like the video, then please leave the video a like and a comment down below. It just lets me know that you liked it, and also the comment lets me know where your favorite part of the whole animation was. So just let me know down there. And also, if you are not subscribed already, please consider subscribing to the channel, as there is no better time than now, and you can always unsubscribe later. Anyway, though, I'd like to thank you guys all so much for watching. I'll catch you all in the next one. Peace.